включить разным командам своего питомца. Для начала, для дрессировки собаки, выберите сладости, которые она любит. У меня кошка, например, очень любит сухой корм. И сейчас мы разберем самую простую команду «Ко мне», которую должна знать любая собака. Персик, ко мне! Молодец! Обязательно поощряйте питомца, так он намного быстрее начнет выполнять команды. Следующая команда, которую должна знать каждая собака, это сидеть. Персик, ко мне. Сидеть. Молодец. Если ваша собачка сразу сама не садится, помогите ей. Немного нажмите на спину, пока она не сядет. Произнесите разумную команду. Следующая команда – это дай лапу. Значит, дай лапу. Молодец. Сначала можете помочь собачке. Берете ее за лапу. Держите лапу и говорите, дай лапу, и она запомнит. А еще мы с персиком придумали команду дай пять. Персик, дай пять. Молодец, сидеть, еще раз. Дай пять. Молодец. Этой команде также можно обучить собачку, брав ее лапку и говорить, дай пять. Будьте терпеливы и усердны. Любите и хвалите своего питомца. Повторяйте команду до тех пор, пока ваш четвероногий друг не запомнит ее. А потом переходите к следующей. Я уверена, у вас все получится. На этом наш урок дрессировки закончен. С вами был народный цирковой коллектив «Грани Алмазы». И мы, Аня Куприянова и Персик. Подписывайся на наш сайт, будь в курсе событий. Оставайся дома вместе с ДДКНТ. Всем пока!